Сумасшедший дом в городе Талате. Сооружение известного архитектора, дочери бывшего генерального секретаря, которая отучилась в Москве в архитектурном институте, и затем создала такое сооружение, которое до сих пор удивляет всех европейцев и местных жителей. Это сооружение в стиле испанского архитектора Гауди действительно поражает и впечатляет. Множество различных переходов на разной высоте. Кроме того, различные комнаты, которые также сдаются посетителям за баснословные деньги, они пользуются спросом также у туристов, которые просто приезжают посмотреть на сумасшедший дом. Да здравствует сумасшедший дом!